24 и 25 декабря в городе Южном прошли соревнования по кикбоксингу версии ВАКУ на Кубок Одесской области среди детей и юношей. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Черноморск представляли 18 воспитанников спортивного клуба «Кикмастер». Первые места заняли Даниил Топчиев, Даниил Черкас, Даня Соколов, Александр Бабич и Сергей Делий. Вторые места завоевали Евгений Жосу, Кирилл Яблонский, Богдан Вахтин и Давид Моисеев. На третьем месте оказались Егор Ладыженский, Артем Балык и Саркис Гукасян.